В Якутске началась декада бильярдного спорта. В рамках мероприятий в бильярдном клубе «Лемон» состоялся республиканский турнир, посвященный памяти Степана Алексеева. Турнир проводится в целях увековечивания имени создателя бильярдного спорта в Якутии. Всего в соревновании приняли участие 40 человек. Собрались все сильнейшие игроки, 5 из них – воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Дахсуна». А Степан Степанович, можно сказать, что действительно он был человеком, который создавал бильярд в нашей республике в начале 2000-х. Открыл первые клубы, Спортхаус и Олимпик. Олимпик был крупнейшим клубом на Дальнем Востоке на тот момент. И именно Степан Степанович показал те стандарты, по которым мы до сих пор работаем, как должны выглядеть бильярдные клубы.